Привет. Привет. Я давно за тобой наблюдаю. Ты такой симпатичный. Пиу. А, это твоя девушка была? Да. Ты ее любишь? Да. Любишь? Да, люблю. Сильно? Да. Знаешь, я хочу тебе кое-что сказать. Только пойми правильно. Я бы хотела, чтобы ты со мной ушел. Оставил свою девушку и был со мной. Потому что я, ну прям, ты мне очень нравишься. Я бы хотела тебе предложить 20 тысяч рублей. А, нет, спасибо. Ты чего? Спасибо. Но это моя девушка, которую я люблю. А если дам тебе 40 тысяч? Мне кажется, я тоже красивая, хорошая девушка, очень веселая, очень богатая, кстати. Ну, нет, с тобой все хорошо, но... Ну, нет, нет, я не уйду. Ну, хорошо, ладно, я все поняла. Я тебе вот сейчас переведу на телефон 100 тысяч рублей, и мы с тобой уйдем, ты даже с ней не попрощаешься и больше никогда с ней не будешь выходить на связь. Просто бросишь ее и все, без объяснения причины, за 100 тысяч рублей. Прямо сейчас? Прямо вот сейчас, да. Окей. Уходим? Марин, я потом тебе все объясню. Сейчас так надо. Что происходит? Все потом.